Пойдем, пройдем, наверное. Да, наверное. Да, они сегодня вообще не хотели. Где его? Да на 30-й секунде забили. Прикинь. Да. Дави на голову, дави! Да есть что-то один был там. И тут. Вообще не играет. Доставит там только на шурса. В Калугу. Да хрен это не. Давай. На 30 секунде забили. Может быть, как раз вместе поедем, тут осталось 40 минут. Ну да. Или что, ты уже едешь домой? Ну, не скоро. Сейчас не скоро, получается. Ну давай, хочешь, я после матча подойду туда к тебе. Давай, давай, давай!
Давай!
подписчики. 4 ноября в городе Воронеже состоится финальный матч на приз памятника Ивана Евгеньевича Просинова. В финале участвуют команды футбольный клуб «Новый Усмань Олимпик» и «Колос» совхоз «Рискинский». Начало матча в 13 часов. Thank you.
Давай, 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 давай
знаю. Вместо Виктора Коноплева, номер 4, выступил Евгений Лямцев, номер 20. Thank you.
Thank you.
красавица, видел, нет? Да. Зачем? Дипло, дипло, ботинка. Да нет, две желтые. А. Нет, так, чтобы сразу хлопнул. А, это козле. За попыточку получил Александр Емельченко. Футбольный клуб «Калуга». После окончания матча около выхода со стадиона «Локомотив» вас ожидают автобусы по маршрутам «Пескаватка», «Мелбугор». Уважаемые любители футбола, очередной матч на нашем стадионе в 2015 году состоится 8 ноября. Футбольный клуб «Локомотив» Рижский принимает «Динамо» Брянск. Начало игры в 16 часов. 8 начинают, весной заканчивают. Это весной будет финалист, да. А смысл, это самое, они никогда не выйдут денег. На первое место они будут, а они выходят в первую лигу. А у них будет что, значит, ДК было? Конечно. Уважаемые любители футбола, очередной матч на нашем стадионе состоится 8 ноября. Футбольный клуб «Локомотив» Рижский принимает футбольный клуб «Динамо» Брянск, город Брянск. Начало игры в 16 часов. После окончания матча около выхода со стадиона «Локомотив» вас ожидают автобусы по маршрутам из Кавказа в Мелбурн. Thank you.
красавчик, да? Да. Затягивает так. Это, по-моему, запасной, а так нашего основного сломали. Ну, раньше вот так вот хлопал, да, помнишь, ну, варежка белая, вот. Да. Ну, это другой, по-моему. Да, там же челюсти сгибались. Да, да, да. Да. Это что, значит, не выжил? Хоть надолго. Да? Ботинка сюда. Да, я не знаю. Пошли, пошли, все, пошли! Ты знал, что каждый раз проходит. Сейчас я с вами. Ты заметил, да? Да. Ты засунул больше. Цепляют походу. Гаеет. Цепляют походу. Уважаемые любители футбола, лучшими игроками сегодняшнего матча признаны команду «Локомотив Риски». Абомасын выбирал номер 8. Тысячный Чернышов номер 14. Где-то видел Драулана. Это не замена, или четвертый номер? Нет, 4 минуты. Он сейчас будет замена. Йоннис. Так это вообще кто добавляет? Новый человек, который тут бегает, да? Ну, блин, я не знаю, как они там договариваются. До игры еще, блин, да? Ну, может быть, да, там есть какие-нибудь. Типа, сколько было замена, сколько... Среда был, не был тоже. Не было. Если было, еще добавим, пожалуйста. Не было, команде футбольного клуба «Локомотив Риски» приведена замена. Вместо Сергея Чернышева, номер 14, выступил Александр Васильев, номер 12. По одному очку? По-моему, да.
Если, допустим, выиграли, то да, 1-2 очка, победить другая карта. Нет, вам еще второй не получится. 1-0 получается. Короче, сейчас я вообще хуже получу. По нулям даже. Или по одному, да? Там одни мячи. Команде футбольного клуба «Калуга» проведена замена. Вместо Александра Мельченко, номер 77, выступил Дмитрий Юра, номер 78. Такой вроде бодрый еще бегает судья. Да нет, чем с атакой еще будет. Должен свистеть, сухой. Не знаю, что. Все, не свистит. Последний шанс. Я шел в калитку. Не, ну я имею в виду выйти, чтобы можно. Да.